Мне понятно, для чего сочиняются программы в правительстве, чиновниками, да? Чиновники видят для себя возможности, не видят для себя ответственности. А вот здесь программа «чтобы что». Если будут написаны реальные программы, которые как бы дадут реальные результаты, написаны профессионалами, да, и в них будут учтены все риски, то эти программы стране и экономике понадобятся в любом случае. Когда? Другой вопрос. Если завтра мы столкнемся с тем, что надо делать в стране, чтобы не было завтра коллапса, да, вот появятся вот люди, вот программы, используйте, и тогда получите результат. То есть вы солите огурцы на черный день? Я солю огурцы на черный день и пытаюсь немножко увести от себя центр внимания. Без гарантии, да, что эти огурцы будут востребованы? Они все равно будут востребованы.